У вас-то процентов 40 дают? Ага. Вот человек, укротитель зверей, а понимает даже кулинарию. Да, но тебя учи, не учи. Чистый просто. А кто раскладочку утверждает? Олег Петрович. Ну, серьезный товарищ. Капитан-то против него. Скажи же будет. Так ведь он был капитаном. И на этом же даже судне. Да вот, понизили. За что же? Ревизии, что ли? За пассажир. Он в нее влюбился без памяти. А она ему мозги крутила. Красивая была, шельма. Артистка по профессии. И вот подходим мы к причалу. А пассажирка шас к нему на мостик и говорит: так, мол, и сяк, это мол, ошибка, взаимное заблуждение. Я забыла вам сказать, что я замужем. Олег Петрович стоит в остолбенении, а корабль полный вперед работает. Так мы с полного хода перезанули в причал носом. Вот так и кончилось его капитанство. Да, выходит, человек пострадал за любовь. При чем тут любовь? Может, это просто было минутное увлечение? Что ты наделала, злыдня? Закипает. Ну скажи, какая от тебя в жизни польза? Никакой, кроме вреда.